ты тоже уходишь во мрак. Но не забудь, возвращайся к свету. Давай разберемся, где друг, а где враг. Не спеши никого призывать к ответу. Научи меня выжить в этой войне, где не будет победы и нет побежденных. Я вчера улетал в облака, а сегодня на дне. Такова нынче участь безумцев и посвященных. Такая жизнь теперь у нас. И что нам мир со своими проблемами? Мы засыпаем в гостях у ангелов, но просыпаемся рядом с демонами. Время так небезопасно. Оно убивает, даже когда счастливы мы. Зачем мы любили так нежно и страстно? Нам не пережить долгой холодной зимы. Смотри на меня, и хватит слов. Все, что мы говорим, не имеет значения. Мы много всего готовы отдать за любовь. Последний свой пункт назначения. Такая жизнь теперь у нас. И что нам мир со своими проблемами? Мы засыпаем в гостях у ангелов, но просыпаемся рядом с демонами. Такая жизнь теперь у нас. И что нам мир со своими проблемами? Мы засыпаем в гостях у ангелов, но просыпаемся рядом с демонами. Уходишь во мрак, но не забудь, возвращайся к свету. Давай разберемся, где друг, а где враг. Не спеши никого призывать к ответу. Научи меня выжить в этой войне, где не будет победы и нет побежденных. Я вчера улетал в облака, а сегодня на дне. Такова нынче участь безумцев и посвященных. Такая жизнь теперь у нас. И что нам мир со своими проблемами? Мы засыпаем в гостях у ангелов, но просыпаемся рядом с демонами. Время так небезопасно. Оно убивает, даже когда счастливы мы. Зачем мы любили так нежно и страстно? Нам не пережить долгой холодной зимы. Смотри на меня, и хватит слов. Все,
все, что мы говорим, не имеет значения. Мы много всего готовы отдать за любовь. Поправляясь последний свой пункт назначения. Какая жизнь теперь у нас? И что нам мир со своими проблемами? Мы засыпаем в гостях у ангела, но просыпаемся рядом с демоном. Какая жизнь теперь у нас? И что нам мир со своими проблемами? Мы засыпаем в гостях у ангела.